Урок спасения. В день гражданской обороны по всей стране проходят занятия по подготовке детей к действиям в чрезвычайных ситуациях. Иваново не исключение. Этот урок организован для воспитанников клуба «Высота». Ребята должны быть подготовлены, будущее за ними. Они должны быть подготовлены к таким непредвиденным экстренным ситуациям. В первую очередь, конечно, это пожар. Потому что для нашего региона все-таки самая страшная это беда, это именно пожар. Поэтому мы много сегодня говорим о пожарах. Юных курсантов познакомили с пожарной техникой и вооружением. Каждый желающий мог почувствовать себя бравым спасателем, забраться внутрь пожарной машины, все потрогать и посмотреть. Кроме того, молодым людям разрешили попробовать потушить условный пожар. Проще говоря, накрыть источник возгорания специальной тканью – пожарным полотном. Это специальная ткань, которая сделана из силикона, покрыта силиконом. Ей можно тушить пожары, ее невозможно поджечь. Попробовали ребята и все виды огнетушителей, научились отличать их друг от друга и правильно ими пользоваться. Об основных правилах безопасности ребятам рассказали спасатели. В принципе, было страшно подходить к огню, потому что, боялся огня. Я пользовался пенным огнетушителем. Он был, увесистый такой. Мне понравилось. Ребятам также рассказали, как правильно себя вести при террористической атаке и в случае природной катастрофы. По словам специалистов, грамотные действия в опасной ситуации помогут остаться в живых. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.